Всем привет! Вы на канале Мила и Милые Увлечения. И сегодня у нас с вами пройдет распаковочка вот такого вот замечательного наборчика японской компании Эпош Sylvanian Families Country Doctor. То есть это переводится как что-то вроде деревенской поликлиники, в которую входит, на минуточку, около 45 аксессуарчиков. Ну что ж, давайте начнем ее открывать. Но для начала я предлагаю рассмотреть коробочку. С этой стороны мы сможем с вами увидеть совмещение данного наборчика с другими наборами японской компании Эпош Sylvanian Families. Здесь у нас показано, как пациенты могут приходить в эту клинику. И, наконец, все, что входит в наш набор. С этой стороны коробочка у нас открывается, и тут также есть различные картинки. Отрежем скотч. Вот так. И с другой стороны. Ей! Пам-пам-пам! Здесь у нас показано, куда нужно клеить стикеры. А здесь ничего. Вау! Я уже ее, кажется, вижу. Стикеры и картонные элементы. Само здание клиники. А здесь у нас Mystery Box. Mystery Box. Mystery Box. Ей! Ну что ж, давайте проникнем под полиэтилен. О, круто! Спереди наше здание выглядит вот таким вот образом. Еще я на него не наклеила наклейки, не обставила его различной мебелью, а также не повесила табличку о том, что это клиника. Ну, зато мы уже с вами можем рассмотреть необычайно красивые цветочки. И с этой стороны, кстати, тоже. Хотелось бы также добавить, что стены нашей поликлиники выполнены будто под кирпич. Очень красивые полукруглые окна, такие симпатичные. Что ж, снимем ограничитель с двери. Ей! Вот таким вот образом может войти в нее наш Sylvanian и закрыть за собой дверку. А теперь пришло время узнать тайну Mystery Box. Она такая загадочная. Отрежем скотч. И, наконец, взглянем на то, что расположено внутри. И что же это? Предсказуемо. Аксессуары. Отдельно у нас с вами находятся приятные мелочи. Только посмотрите, здесь даже есть миниатюрный шприц, градусник. А также пинцет, что ли. Также в коробке скрывался рабочий стол и весы, если я не ошибаюсь. А нет, это ростометр. Там был еще один пакетик с диванчиком для ожидания, ресепшеном и кушеткой. Форма доктора. А вот тут мы уже видим весы. Такой стул для врача, наверное. Прикольный, кстати, очень. И пуфик такой небольшой. И больше ничего. Ну что ж, я предлагаю встретиться с вами уже после того, как я приведу нашу поликлинику в порядок. И вот что у нас с вами в итоге получилось. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк. И не забудь подписаться на канал Мила и Милые Увлечения. И всем пока. Пока-пока.